Ребятки, привет! Как дела, делишки? Чем занимаетесь? У меня, как всегда, да, влог начинается всегда одинаково. Ну да. Так, ну что, поедем, сгоняем сейчас в Toyota Center Кубань. У нас ведь хорошие новости для себя, любимых. Мы закрыли, точнее, внесли последний платеж за наш автомобиль Рафаил. Ну, мы довольные. Но и у нас страховка заканчивается. Завтра она уже будет нулем, эта страховка. Поэтому мы сейчас сгоняем к нашему страховому агенту, сделаем страховку, порешаем вопросы с Toyota банком, правильно, да, я говорю, Toyota банк, да, у нас. И все. Предлагаю не разговаривать за рулем. Да, ты волнуешься? Да, я волнуюсь. Все, приедем в Toyota центр, потом поболтаем. Да. Сидим, оформляем страховку. Уже это же оформили. Счастливая обладательница RAV4, она и оформляет. Да. Уже оплатила. Кстати, рассчитывал в Тинькове, страховка дороже. На тысячу рублей. Может, они не учитывали какой-нибудь мой этот... А кроме этой одной больше... Там же какие-то рассчитывали. Ну, это ВСК. ВСК. Да. После введения со санкций в автосалоне скучно, конечно. Ну, по крайней мере, знаете, вот эта новая 300-ка стоит. Пожалуйста, бери, не хочу. 13-200. Ну, видите, что тут? 300 лошадиных сил. Написано, что с пробегом, но она без пробега. Это же как, типа, параллельный импорт. Вот тоже новая 300-ка. 415 сил. Пробег вот 8. Что это, пробег, что ли? Хайлюкс. Но вот этот мне не очень нравится. Он такой бедноватенький. Цены нет, скорее всего, уже продан. Такой вот он, видите, простенький. Без обвесика. А вот этот вот Хайлюкс вот стоит. Этот уже поинтереснее. Он, видите, с обвесом. Прям такой. Понаряднее выглядит. Дизелек. 200 сил. 7500. Ну вот смотрите, Хайлюкс 21 год 7500. А вот тут вот стоит замечательный аппарат, который я обожаю. Я обязательно себе такой когда-нибудь куплю. Я в этом уверен. Вот Хайлендер за 7600 в максималочке с панорамой. Здравствуйте, Сергей Ильич. Я вашу работу выполняю немножко. Да? Презентую вот красивейший автомобиль в максимальной комплектации. А, 7700. А я сказал 7600. Отличный аппаратик на коже. Смотрите, на симпатичной коричневой коже. Такая она рыженькая, коричневенькая вся. С панорамой. Ну, это максимальная комплектация. Автомобиль дилерский. Из Казахстана, полностью русифицированный. С третьим рядом сидений. Третий ряд показать. Вот он. Я уже показывал. Это вот мой любимый автомобиль. Когда-нибудь я себе такой обязательно куплю. Тут шторочки. Чук-чук. Ну, пока я не знаю, мне нравится. Мне очень нравится Хайлендер. Большой, вместительный, семиместный автомобиль. Кайф. Поглядел на Хайлендера, облизнулся, конечно, я. Ох, тачка огонь, но цены вообще, ну просто космос. Просто космос сейчас цены. Сейчас, мне кажется, намного выгоднее, реальнее и дешевле покупать именно автомобили по так называемому параллельному импорту, который притаскивают автосалоны.
А данная машина, она почему еще такая дорогая? Потому что она из Казахстана, она русифицированная. Поэтому, может быть, даже она и недорогая для себя, как бы. Но нет. Спасибо, но нет. Вот. Сделали страховку. Страховка, ребятушки, вообще меня так удивила. Я забил все данные в Тинькофф страхование, она у меня вышла, страховка 8000 рублей. А здесь мы приехали к нашему страховому агенту ВСК, страхование нам обошлось 7000 рублей, разница в 1000 рублей. Ну, не знаю, много это или мало, но вот 1000 рублей сэкономили. Плюс встретили Сергея Юрьевича, пообщались немножко. Сергей Юрьевич, привет. Вот едем обратно домой в Станицу. Спасибо. Приехали домой. Я сейчас повезу Алису в школу. Перед этим нам надо заехать во Флористелию купить цветы. Да? 8 марта будешь поздравлять учительницу? Ты чё, блин? Я же с тобой разговариваю. Бука. Да, я тебе покивала. Ты хоть бы здрасте сказала? Здрасте. Так, сейчас пойдем купим цветы во Флористелию. Потом я отвезу Алису в школу и снова вернемся сюда, но уже на автомойку. Пойдем, пойдем. Ну что, пойдет? Да. Комплимент для учительницы. Все, оплата прошла? Да. Приезжайте во Флористелию за цветочками на 8 марта. Правда, лоб завтра выйдет уже только 8 марта. Ну ничего, впереди куча других праздников. Центральный вход в школу временно закрыли. Там идет ремонт старой школы. Меняют кровлю. В общем, сейчас вход через парк. Мы идем сейчас с Алисенькой через парк. И задний вход будет открыт. Вот все ребятки идут. Вон она, старая школа, вон, видите, там наверху доски какие-то. Ну, это, короче, лаги, стропила, все будут полностью менять. Вот такие дела. Я тебя съем. Че вас сегодня будут? Поздравлять, наверное, мальчишки, да? Конечно. Конечно. В пятницу будут петь нам песни. О-о-о. Давай нам какие-нибудь подарки. Отлично. Я думаю, мне кажется, сегодня. Не знаю. Алису отвез в школу, сам заехал, помылся. Обтирать не стал, то опять дождь пойдет, опять весь грязный будет. Обтерли вон стекла и хватит. Зато чистенький, чистенький. Я еду сейчас к Саше с Наташей. Скажете, да ты в каждом влоге ездишь к Саше с Наташей. Ну вот так вот, ребятушки. Подсели мы на их продукцию, очень любим. Алисенька очень любит конину. Вот. Я еду покупать сейчас конину. Рулетик я заказывал. Ну, что говорить. Приеду сейчас, все покажу вам. Много сейчас Саша с Наташей не делают, потому что в основном только под заказ и вот наборы. Вот на 8 марта решили сделать наборы. Немного, тоже там количество ограничено, тоже на заказ. В общем, с чем это все связано? А связано это все с тем, что сейчас идет Великий пост, многие постятся, и поэтому в основном все на заказ. Вот так вот. Я в этом году что-то это слабину дал, пост не соблюдаю. Ем все, что не приколочено. Скоро наберу свои 96 килограмм, похоже, обратно. А как мне нравилось, когда я весил всего лишь 76. Прям так классно было. Но вот уже вспоминать только остается это время. Не знаю, я расслабился. Так, еще, значит, рожки вот такие. Это вот, как вот в магазинах продают творожные, только это настоящие, домашние, нормальные.
они магазинные. Смотрите, какие они гигантелы. Вот мы 4 возьмем, хватит. А то я чувствую. С абрикосом лопнет. И с малиной. 2 с абрикосом, 2 с малиной, да? Да. Отлично. Давай вот таких вот на палочке, еще сырочки у тебя были творожные. Их тоже возьму. Вот они. На палочках сырки творожные тоже. Я сейчас один съем сразу. Вкуснее. Как мороженка. Угу. Вкусно там. Короче, я не удержался. Съел сырок творожный, а потом пусневые еще и колбасы навернул. Ужас какой-то. Простите меня, я жуешь на камеру. Просто все очень вкусно. Не могу удержаться. Так, ну все. Сейчас домой поедем. Сыр с плесенью ешь? Сыр с плесенью. И еще острый. Живем. Вы представляете себе, как мы плохо живем? Сыр с плесенью едим. Это вообще бред какой-то. А это с огонек Наташа. Так, сейчас будем сыр с плесенью есть. До этого пробовали мы вот... Это как называется? Куда ты убираешь? Булет Давен. Вот Булет Давен мы сейчас пробовали. Он пикантный, такой остренький, сытный. Такой творожный козий сыр. Обалденный. Прям супер. Ну, я люблю такие творожные. Адыгейские всякие. И вот с плесенью сейчас будем пробовать. Ох, он прямо такой, прямо консистенция у него такая. Грибочками пахнет. У нас до драки за него доходит. Давай, я возьму вкусный. Это кочета с лавандой. О, еще и подарок девчонкам моим. Еще сыр какой-то. Хачета с лавандой называется. Хачота. Ну все, набрал вкусностей. Наелся, напробовался, короче. Пока пробовал, наелся, да? Ну, это всегда так. Едем обратно в станицу. Завтра 8 марта. Надо букет забрать девчонкам. Показать вам. Какой у нас букет в этот раз. Короче, что я еще хочу сделать? Я сейчас поеду в СДЭК. Пришла мне посылка, надо получить. Но об этом в другом видео будет. В следующем видео будет. Я покажу, что мне пришло. Я думаю, что вам это очень понравится и пригодится. У меня уже штука такая была. И сейчас будет, ну, вот почти такая же, но только вот, знаете, более современная, что ли. Вот. Ну вот, я думаю, что вот сейчас, вот летом, она очень-очень будет кстати. Так, ребятушки, я в пункте выдачи СДЭК забрал вот такой вот конструктор, который... Я соберу, и у меня получится нечто, кое-что очень полезное и интересное. Вот он, СДЭК у нас на казачьей. То, благодаря чему я буду готовить вкусняшки на протяжении всего лета. Да что там лето? Да круглый год можно делать в этом вкусняшки. Очень вкусные вкусняшки. Но я вам все покажу, я же вам говорю, все покажу в ближайшем ролике. А сейчас поедем во флористерию. Я же при Алисе же, конечно же, не буду палиться, да, там, и, ну, и показывать вам, какой я букет девчонкам заказал. Но я вам скажу, что там хендмейд вообще конкретный. В общем, я решил сделать в этот раз на 8 марта девчонкам каждый по букету, но он как бы будет представлять собой один букет, а когда я его буду вручать, я его поделю на 2 букета. Так, короче, сейчас приедем, я вам покажу. Ну, получилось, я не знаю, ну, как по мне, мне кажется, очень оригинально, прикольно. Я такого не видел, ну, может, кто-то и делал такое, но я не знаю,
Я ни у кого не видел, я просто сам, ну, сам вот думаю, вот, вот так было бы оригинально, было бы здорово. Вот. А во Флористеле уже мою идею воплотили как бы, ну, в жизнь. Короче, я вернулся во Флористеле. Смотрите, в общем, какой у нас получается букетик. Я как-то в интернете сидел, листал, листал. Думаю, ну вот восьмерочку бы, да? Но здесь-то у нас восьмерка необычная. Она у нас на подставке. И вот каждый из этих коробочек, она отдельная. То есть вот Алисе я подарю потом поменьше, а Юлечке побольше. Вот видите, и подставка снизу. То есть я как бы дарю один, как бы, ну, большой оформленный букет, но он потом делится на два отдельных. Будет очень круто. Сейчас пока его дооформляют. И потом посмотрим готовый результат. Вот смотрите, что у нас получилось. Какая красота. Просто сказка. Классно. Специально добавили ленту, чтобы придать праздничности этим коробкам. Они же простые. Вот так. Намного красивее. Нарядненько получилось. Здорово. Мне нравится. Ребятушки, приехал домой. Да красивая, да красивая. Ты греешься на солнышке, да? На солнышке греешься. Ой, да молодец. Грейся. Мы сейчас поедем за Алисой, заберем ее. Потом я с тобой пойду погуляю. Грейся, моя лисичка. Юля сейчас со мной поедет за Алисой. Я приехал. Букетик спрятал, чтобы никто не видел. Вот. До завтра. А завтра буду девчонок поздравлямба. Да. Я надеюсь, что им понравится. Ну, я, наверное, даже уверен, что понравится. Необычный же подарок. Необычный. А то, что подарить девочкам? Подарить цветы. Просто цветы-то банально. Блин, а цветы надо же как-то преподнести еще оригинально. Вот так будет. Думаю, что очень даже оригинально.